Всем привет, с вами Эр Брокман, и вы сегодня на распаковке китайского лего. Вы не знаете, какие там супергерои и суперзлодеи. Это для вас будет сюрпризом. Я живу в Украине, потому я и купляю за гривны. Но я вам буду переводить, сколько это стоит в рублях. Ну что ж, первая коробка. И это марсианский охотник. Да, стоит 23 гривны. Не видно. 23 гривны 45 копеек. Так, я его даже не распаковывал. Специально ждал распаковки для вас. Сейчас распакую. И покажу внутренности коробки, точнее содержимое. Так. Вот я открыл коробку и выступаем содержимое коробки. Так, вот такой пакетик. Мой товарищ принес канцелярский ножик, так что будем теперь открывать быстрее. Хорошо прорисованный сам костюм. Вот это качественный такой принт. Он сзади что-то есть. А, да, даже сзади есть такой вот принт. Ну что ж, я вам скажу. Неплохой марсианский охотник. Вообще бракованного ничего не попалось. Вот такой он получается. Очень хорошая фигурка. А остальные лего детальки, точнее лего детальки китайского лего, пойдут в общую коробку лего. Так, кто же у нас дальше? Это Ронан. Я его купил за 12 гривен, как я говорил, я вам переведу в рубли. Так, как говорил, коробки не открытые. Они были запечатанные все. Здесь идут еще в наборе какие-то карточки. Так, что это за карточки? Это Ронан и реактивный енот. Вот такой получается Рон. Костюм хорош, вообще. Хорошая детализация. Мне очень жаль, что я не могу через эту камеру передать это. Но хорошая детализация, принт, люблю без наклеек.
хороший молот, прикольно придумано. Нигде нету каких-то там... Нету нигде какого-то брака. Но остальное лего пойдет к остальным деталькам. И коробочка. Так. Урон вообще прикольный, да. Так, что же идет у нас дальше? А дальше у нас Найтвинг. Так, я думаю, вы увидели все наклеечки. Это Бэтмен Спиннер. Если вы хотите, чтобы я вам рассказал, как он делается, пишите в комментариях и ставьте лайки под видео. Китайское лево. Майти Микрос, не знаю, как правильно. Флэша было очень хорошее, очень дешевое. Я смотрел настоящее лего. 250 гривен. Китайское 16. Я вам все переведу в рубли, чтобы было лучше. Так. Что ж, у нас Найтвинг. Так, открываем коробочку. Ну, видите, в чем минус? Очень, ну, иногда плохие коробки. Где иногда бывают коробки даже помятые. Всякое такое. Что у нас здесь? Тоже идут две карточки. Но, вы понимаете, да? Найтвинг, DC, да? И карточки, Марвел. Не состыковочка что-то. Ну ладно. Здесь, в китайском лего везде так. Вот так-то лучше. Согласитесь. Ну что ж. Прикольный такой. Хорошая детализация. Так, сзади тоже у него такое. Его каноничное лого. Так, ты пойдешь сюда. Остальное лего. Коробку для большого. И коробочку. Ну, в общем, после Найтвинга камера перестала снимать, и я вам покажу, что получилось. Остальными героями были Доктор Стрэндж, Око Агамотта, пояс хорошо детализирован, вот такое. У него сзади очень были большие трудности со сборкой этого плаща. О, как Агамотта каноничный, костюм. Ну все, очень хороший, детализировано, как уже говорил. Принты хорошие, нету наклеек, это очень хорошо. Так, вот Джокер такой, с такой огромной шляпой. На коробке было намалевано, что здесь должно или здесь писать Бэнг. Но этого нету, это же китайское лего. Очень хорошо детализирован костюм. Хороший костюм такой. Каноничная улыбка. Так, дальше у нас Звездный Лорд. У него, кстати, еще волосы в комплекте были. Хорошо прорисован, детализирован костюм. Здесь у него два лица. Веселые. И злое. Но нам злое не нужно, мы будем веселыми. Такая же сфера, как и у Ронана. Так, сейчас я вам покажу. Так, это
Бэтмен, Робин, Джокер, можно собрать, еще купить. Слышал, за Гарри Сикабр, Герл, Бэтмен, Робин, и... Ну что ж, если вы хотите увидеть мою сюжетную линию, где будут все герои, которые вы только что видели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите об этом в комментарии. А с вами был Мэри Брокман, всем спасибо, всем пока, и не забудьте подписаться на канал.